представить вашему вниманию обзор эфирного масла вербены 10 мл. Эфирное масло вербены – это элитный натуральный продукт с уникальными способностями эликсира молодости. Он является выраженным тонизирующим эффектом, является мощным афродизиаком и с давних времен ему приписывают способности амулета удачи и успеха. Воздействуя на эмоциональную сферу человека, масло вербены балансирует механизмы торможения и возбуждения, подавляет чувство скуки и опустошенности, стимулирует занятия спортом, помогает справиться с синдромом хронической усталости, борется с неврозами, положительно влияет на память, концентрацию внимания. Также снижает частоту головных болей, детоксическое и мочегонное действие, устраняет проблемы с артериальным давлением, стимулирует обменные процессы организма, улучшает пищеварение. Вербена также широко применяется в косметических целях, таких как омоложение, упругость кожи, разглаживание морщин, освежает и выравнивает цвет кожи, профилактика устранения акне, благотворно влияет на рост волос и участвует в процессах их регенерации, устраняет перхоть, эффективно рассасывает рубцы, растяжки и шрамы, устраняет проявление целлюлита и дряблости кожи, устраняет гипергидроз, обладает дезодорирующим свойством, стимулирует синтез меланина. Косметическое применение эфирного масла вербены таково: антивозрастная косметика, средства для и после загара, антицеллюлитные средства, тонизирующая косметика, противорубцовые препараты, средства для волос, дезодоранты, парфюмерия, мыловарение. Широкое и бытовое применение эфирного масла вербены устраняет неприятные застоявшиеся запахи в помещении. В кулинарии оно используется при приготовлении лимонадов и других напитков, эффективно утоляющих жажду. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем эфирное масло вербены нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!